деревню. Ребята, всем привет! И снова мы на ходовой охоте на утку. Хотел поехать с чучелами сегодня, но чуть-чуть не получилось. Уже на следующей неделе, возможно, попробуем. Сегодня планируем походить по канавкам, по старичкам. В общем, все будет по ситуации. Думаю, утку мы найдем. Сразу в начале видео стреляю сегодня с азота разного. Тут вот и практик, шестерка, и семерка, Сибирь. Еще у меня есть 7,5. Заряжен, сейчас покажу. Вот такой Energy. Energy 7,5, 30. Короче, все 32 грамма. Семерка, 7,5, шестерка. Все тут перемешку, это остатки, можно сказать, моих патронов. Так, что? Ружье Армсан 612. Камера Shotcam. Чок 0.38 Gemini. На все вопросы ваши сразу ответил. Все, вперед охотиться. Чива, давай вперед! Давай, вперед, вперед! Одну сбил. Без тебя не можем найти. Давай, ищи. Поищи, поищи, поищи тут. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Нет, ищи, давай. Ищи, ищи. Так, где я стоял? Вот тут, да? Давай, 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 ищи тут. Давай, 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 давай. Молодец. Фу, 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 фу. Все. Наша, наша, отдай. Фу, Чива. Это не чирок, это свиясь, наверное. Первая добыча. Ну что, поехали? Класс, долго искали, только не там. Чуть-чуть не там. Видишь, как Чива быстро его обнаружила. А мы от нее хотели, чтобы она нашла не там, где он лежит. Все, Чива, поехали. Чива. Поехали. Чива, Чива, Чива. Поехали. Сейчас прогуляемся по этой канаве, где 2 недели назад было как много уток, поднимали, потом еще налетали, не знаю, будут сегодня тут или нет. Проверим сейчас, Чивой пройдемся вперед немножко. Воды как бы в канаве много. Фу!
тут могут сидеть в камыше. В камышике. Далековато. О. Еще один есть. Три штучки. Отличное, верное решение сделал то, что пошел сюда. Молодец, молодец, Чио. Молодец, несешь ты мне, да? Несешь мне селезня. Молодец. Молодец, Чио. Несет селезня. А еще два. Там еще два должны быть. Давай, молодец. Наша, наша. Давай, вперед, вперед, вперед. Это утка. Еще там одна утка. Чего, вперед! Давай! Вперед, 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 вперед! Молодец! Давай, Чего, наша. Молодец! Все, выноси его. Фу, фу, фу. Попробуй, может, Чива с тобой пойдет. Или пускай со мной идет. Без разницы. Просто, что там козы были. Не хочу, чтобы она их гоняла. А то сейчас пойдет в кукурузу, дожди ее там еще. Пошли, Чива. Пошли. Здесь очень хорошее место для селезня. Очень хорошая канава. Почему тут нет селезней? Дальше больше. Хочу еще одну канавку сейчас пройти. Вот надо пересечь поле. На той канаве больше уток не сидела, хотя очень красивая, такая перспективная. Я вот ожидал прям, что сейчас вот-вот, думаю, подымутся. Сейчас вот-вот подымутся, но... Ребята, спасибо тем, кто оставляет комментарии, большое. Ребята с Украины, вы самые активные, вам большой привет. Россия, Казахстан, Беларусь. Давайте каждый напишет свое географическое положение, и будет интересно. Кто, откуда, потому что я смотрю, что вообще со всего мира буквально смотрят, с разных стран. Это очень прикольно. Ой, Чива вернулась. Что-то там ее в посадке заинтересовало, я смотрю, прямо она что-то забегала. И если до сих пор ты не подписан, обязательно подпишись. О, канал кто-то переплывал. Кабанчики, что ли? Пера не видно нигде тут. Как будто тут утки не садятся. Скорее всего. Потому что сейчас много пера. Обычно оставляют. Там, где сидят. Что-то сидит. Надо глянуть в бинокль. Это кочка, но на утку похоже.
Гуси прилетели. Надо скрадок копать. Решил не стрелять, потому что, ну, все равно упал бы на ту сторону. Не хочется обходить ради одного черка. Далеко идти, пускай живет. Кот, иди сюда. Куда не пойдем. Ура! Пойдем в другое место. Че, поехали, иди сюда. Поехали. Лечи. Давай. Давай, поехали. Молодец. Теперь аж не видно. Бобровая канава. Куда? Не упала-то подранок. Вторая подранок не упала. О, коза. Фи, коза. Молодец! Ай, ты мне одну принесла? Ай, ты молодец, принесла такого селезня. Красивого, молодец. Молодец, надо еще одного чего найти. Сейчас мы, наверное, обойдем. Короче, в три попал. Ну, вторую стрелял, когда, ну, стрельнул. И она так вниз, я уже думал, ну все, готово. А под ранком... Так вниз, а потом я видел вдоль поля и, короче, потянуло далеко куда-то, пока глаза глядят. А так, ну, две сбил, одну чего принесла с того берега. И сейчас надо обойти, посмотреть, вторая там где-то еще лежит. Чего, давай тут ищи. Давай. Давай вперед. Тут. Чего? Тут. Ко мне. Нашла. Молодец.
что, вот наш сегодняшний результат, просто отличный. Ну, сегодня была охота полегче, чем вчера. И, в принципе, стрельба была нормальная. Один подранок ушел, утянул. Далеко она утянула, я ее прям видел, как она дальше, чем километр, потом просто потеряла, она низко так шла. Так, в целом, охота отличная, можно сказать, практически одни селезня. Все круто, Чива сегодня тоже все понаходила. Молодец. Грязная только какая-то, опять домой поедешь. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно оставляйте комментарии и увидимся в угоде. Все, будем скубать.